за Флойджики, добро пожаловать в Rocket League. Ну что ж, ребята, в Rocket League появился тот самый Rocket Pass, который должен был появиться в четверг. Он появился, в принципе, я снимаю практически на следующий день. И вот он, тот самый Rocket Pass. Есть бесплатная версия этого Rocket Pass, а есть платная версия, премиум версия. И мы, естественно, приобретем премиум версию, но перед тем, как это сделать, я, в принципе, хочу посмотреть, что есть тут такого супер классного, что вот прямо вот такой вах. Вот теперь я точно хочу вот Rocket Pass. Ну, тут дается какая-то тачка специально Maverick, Limited Body. В принципе, тачка даже прикольная, но я, естественно, не могу ее судить по хитбоксу и тому подобное, но выглядит она шикарно. Особенно с вот этой вот раскраской, типа, хромированной, это просто муа, сказка. Тут, на самом деле, мне кажется, будет очень все классно по Rocket Pass, потому что тут... сколько тут... я не хочу смотреть, сколько тут уровней, но... тут, наверное, очень много уровней, надеюсь, много. Так, это баня такой, пати, XP Boost. Кстати, тут, оказывается, еще и пати, вау. Это, кстати, прикольно. То, что пати бустит по опыту, это очень классно. Так. Вау. Вот эти колеса очень классные, безумно классные. Тайтл... вот этот тайтл мне 100% нужен. Болл Чейзер. Вот прям... вот 100% он мне нужен, вот прям 100, миллион процентов мне этот тайтл нужен. Так, антенна нам не интересно, тут, кстати, даются эти, декрипторы даже, тут в премиум даются ключи. Мне кажется, даже, по-моему, этот Rocket Pass можно купить, он вроде, сколько он стоит? 10 ключей, окей. Так, допустим, раз ключ, что это вообще у нас? Это у нас... отличный Goal Explosion! Нереально классно. Даже, я так понял, это все будет с альфа-консолью работать. То есть это обязательно там будет. Так. Ну, неплохо, но не особо супер классно. Да, неплохо. Так. Блин, колеса тоже классные. Я сейчас смотрю, тут все классное абсолютно. Muscle Car. Неплохой этот саунд. Quick Chat Champion. Окей. Ну, знаете, в принципе, если так, можно даже чуть быстрее пройти. А, смотрите, тут апгрейды тех вещей, которые мы уже видели. То есть там, лазер вейв. То есть получается тут, тут все улучшается потихоньку, лол. Блин, колеса все, мне кажется, они будут безумно классные, прям под конец просто. Тачка даже улучшена, G1. Только я не знаю, в чем тут разница, наверное, что-то здесь поменялось. Ладно, это еще круче стало, понятное дело. Даже вот это, блин. Это классно, что улучшается с каждым там большим левом. То есть апгрейды всякие есть таких предметов. Так, вон еще ключ у нас есть. Что у нас тут? Гоу-карт, не особо. Я даже хочу посмотреть по вот этим. Бесплатный, наверное, никому не интересно. Там не особо супер классно что-то будет. Вот именно в платном. Просто, просто сказка какая-то. Вот это, кстати, тоже прикольно. Но нет, мы вот это... получше. Metallic Flake выглядит классно, безусловно. Но у меня есть покруче. Вау, Black Market. Animated Decal. А, просто это не Black Market, это просто Animated. Выглядит, кстати, классно тоже. Тоже классно. Supernova 2. Охренеть. Икспу дает. Jetstream. Это отличная декаль. Я 100%, миллион процентов просто должен, я обязан, я просто обязан прокачать этот весь Rocket Pass. Я вам серьезно говорю, ребята, я буду как минимум играть в Rocket League вне записи, это точно. Вот прям 100%. Блин, охренеть! Это все так охренительно безумно. Боже мой, это отличный Rocket Pass, это просто безумно охренительный Rocket Pass. Колеса просто шикарные. Так, я в альфа-консоли, наверное, уже смогу это намутить, но прямо сейчас этого делать не буду. Я хочу это все сам прокачать. Все сам. Как тут левлов? Так, копикатор уже четвертый. Это классно. Охренеть. Maverick GTXT. Ребят, это все охренительно. Тут рандомные предметы еще буду давать. Еще ключи. Ну, я так понял, мы вроде как не купим этот Rocket Pass. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8 ключей даются. То есть, если так посудить, мы можем это все купить, но на 2 ключика все равно они будут, типа, в плюсе у Rocket League. Ну ладно, пофиг. Мы получаем 8 ключей, хотя вкладываем 10. Подождите. Нет, я Маверика не хочу пока тестить. Я думаю, что мы это сделаем в следующем ролике. Но тут апгрейды, стоп. 30 левлов, это 40 ключей. Блин,
Наверное, было бы классно это все прокачать в первый день. Ну ладно, мы будем постепенно качать. Почему? Зачем это все? Это, конечно, будет немножко неинтересно, но в то же время я буду, наверное, единственным чуваком, ютубером таким более-менее крупным, который играет в Rocket League, и в то же время, блин, в первый день сотый левел фиганет. Но нет, не буду. Буду сам качаться, и прямо сейчас мы отправимся играть в соло. Соло. Ranked, Diamond 3, Division 1. Let's go. Elite Challenger. Это вроде альфа-консоль. Такой тайтл. Просто мне кажется, что нету такого в тайтла в Rocket Pass. А вот в альфа-консоли можно что угодно написать. Кстати, резкий поворот был, который я просто не ожидал. Лол. Подождите. Мне кажется, или что-то с физикой не так? Что-то я как-то неожиданно что-то даже стало. Чё? Мне кажется, или что-то... Не, мне кажется, что-то просто со мной не так. Но мне просто кажется, что все как-то по-другому, не знаю. Мне кажется, немножко по-другому ощущается игра. Чё, они что-то делали вообще обнове? Просто вроде ничего не качалось, поэтому вряд ли что-то меняли. Ну, блин. Это реально странно. Я вам серьезно говорю. Без шуток. Как будто машина по-другому себя ведет теперь. Что вообще происходит? Что этот Rocket Pass привнес себя? Так. Парень не должен успеть, по идее. Да, я вот так выбью. Но, блин, я сразу чувствую, что вообще просто ничего не понимаю пока, что происходит. Очень сложно сконцентрироваться, так как давно особо не играл. То есть соло там, не знаю, не играл жестко. Вот, видите, просто не могу выбить. Нормально и ровно. Давай, выбей. Я знаю, что ты хочешь навесом дать. Оп. Машина менее управляема стала. Я, то есть, не могу контролировать то, что я контролировал бы раньше. Странно. Безумно. Так. Это, в принципе, неплохо было, но он спокойно мог бы забить. Это было очень странно. Так, тихо, давай бей. Не забьешь, потому что высоко. А вот тут можешь забить, да. Тут он мог забить. Блин, я просто забыл же, что в таких ситуациях, как нужно себя вести, как себе машину поставить. Просто забыл, вот реально. Что ни на есть, забыл. А здесь я просто пацану дал забить себе. Шит. Да. 2-0. Забивает мне хорошенько. Блин, это будет сложно. Это будет очень сложно. Окей. Мы как бы не расслабляемся. Не расслабляем свои булочки. Все равно пытаемся херачить. Не могу даже ударить сильным. Такой сильный пинч не могу сделать. На воздухе тоже летает. Хорошо, хорошо играет парень. Но ко взрывам как бы никто не подготовлен. Никто. Поэтому, наверное, придется от взрывов играть. Да, хорошо, что я в сторону ударил. Очень хорошо, что я ударил в сторону. Потому что если бы я ударил просто прямее, я бы увидел бы, как он отбил мяч. И все, ГГ, как говорится. Тилт, там вся херня. Нитро взял. Уко. Ладно, братан. Надеюсь, я успею. Не успел. Шит. Просто шит, черт. Не успел я. Окей. 1-3. Надо как-то более агрессивно сыграть сейчас. Но в то же время. Да блять, что такое? Не могу контролировать машину. Он тоже агрессивно играет. Можно, в принципе, его как-то на этом подловить. Ну, либо подловит он меня. Так. Вот здесь просто был хороший момент, чтобы забить гол. Но так как я не смог сконтролировать тачку, мне это не получилось. Ай! Да какие голы просто пропускаю. Красивые. Оп, перекинул, отлично. Муа! Из-за того, что он взлетел, я смог перекинуть. Да, он играет агрессивно, поэтому его будет легко подловить. Но мне нужно найти эти моменты, чтобы его подловить. Потому что у меня сейчас просто low skill. Просто безумный low skill. И я даже, вот я уверен, сейчас по скиллу я ни капли не diamond. Ни капли не diamond 3. Но ранг остался. Поэтому сейчас либо будем просирать его, либо, не знаю, что будем делать. Оп. Угу, фигово. А? Перекинули так слабо, не трогая его, грубо говоря. Просто нейтрально выкинув вверх, чтобы можно было потом вернуться и ударить. Так, давай, братан.
Оп. И разгон и взрывать. Да. Отлично. Ну и забиваем третий гол. В принципе, так и мне и нужно делать. Взрывами. Потому что сейчас я его по скиллу вообще переиграть не могу. Поэтому будем пользоваться другим методом борьбы с профессионалами. Взрывы. Взрывы, они в Африке взрывы. Хоп. Я вот... Вот сейчас я его взрывать не хотел. Хотел ударить по мячу, но получилось совершенно случайно. Ой, реально не хотел, братан. Сорян. Оп. The fuck? Не-не-не-не. Извини. Not today, my friend. Во, вот это сильно было. Ну, блин, мяч... не мяч, а машина какая-то неконтролируемая. Я не знаю, что творится, я просто не могу их контролировать. Я, видите, как балерина летаю, просто теряя контроль. Что, блин, за бред? А? Я все же Маверик попробую обязательно. А-а-а! Что я сделал? Что еще такое? А? Тут, мне кажется, все же не зря как бы за Нитро не поехал, но в то же время я не смог и спасти этот мяч. Окей, ладно. В любом случае, Rocket Pass это как минимум одна из причин играть в Rocket League. Одна из самых главных причин. Потому что мне безумно сильно нравятся предметы, которые там есть. И не знаю, можно ли их трейдить, но хочется в любом случае заполучить это все. Вот реально просто хочется иметь. Вот тут прям смотришь на это. Ой, ты не играешь в Rocket League, но все равно смотришь такой: хочу, все равно хочу. Так, его взорвать надо, либо с ним что-то сделать. Вот так. Все, быстро. Пока что у нас есть время небольшое, выделенное на победу. И это время я просрал, да. Ну ладно, 4-5. В принципе, не супер позорное поражение, но могло бы быть, в принципе, и лучше. Окей, мы отправимся дальше. Проиграли, наверное, понизи даже нас. Ну-ка. Понизишь? Давай! Скажи мне, понизишь или нет? Как пропустить? Нет, не понизили. Окей, остался на Diamond 3. Но нужно идти дальше. Поехали. Савитар. Вау. А можно узнать, а почему у нас расцветка карты под мой цвет? Нет, не под мой цвет, стоп. У меня цвет клуба. А, это битва клубов, грубо говоря. Блин, прикольно. Это на самом деле прикольно сделано, что если челики, типа, в клубах состоят, то видите, все у нас в цветах, типа, каждого клуба. То есть у него цвет его клуба, у меня цвет моего клуба, и у нас вот такой вот файт. Блин, это классно! Офигеть. Прикольно. Кстати, я гол забил, что-то я вообще не заметил. Бум. Сейв by the keeper! Оп. Оп. А, спас, хорош. Сейчас даже забьет. Да, он забил гол. Красавец! Это дружеский взрыв, братан. Это был дружеский взрыв. Team Fu versus Nemo. Ой, он мимо улетел. Я мог более ровнее ударить? Он не сделал это, потому что сейчас я играю как Рачила. Жестко Рачила. Оп! И мог еще ровнее ударить. Я два раза уже мог гол забить. Два раза. Блин, такие моменты просирать, это очень обидно. Безумно. Братан, взорвать нужно. Извини, но это бизнес. Это просто бизнес. Хоп. Отлично. Но он все равно успел спасти каким-то боком. Я не знаю даже, каким боком он это сделал. Хоп. О, да. Нет. Да ладно, это штанга. Фок. Фу. You see that? Guys. Не-не-не, только не-не-не-не-не-не. О, стоп. Это будет сейчас какой-то потный ков? Не киков. Я уже путаю эти обозначения. Это был air. Окей. Прокатим на себе. И... Да ладно. Я думал, красиво залетит, но пришлось второй удар провести профилактически. Ладно, мы будем играть более сейчас от сейвового. Более сейвового.
I won against K Drop once. Что у него за тайтл? Что у него за дайт? Кайдроп. Разве есть такое слово? Кайдроп. Нет! Нет! Не давайте! Хох! Yeah! Мы с тобой вместе ударили по мячу. Смотри, как он отлично отлетел. Я нитро еще не взял, просто мимо проехал. Блин, вот какой я чертилоид, это ж жесть. Оп. Эх, я толкну тебя чисто по приколу. Братан, грязная игра, спору нет, но у меня просадка по скиллу, я не могу никак иначе. Мне нужно играть грязно. Но на победу. Но самое главное, на победу. О, хорошо, что я мяч тронул, он себя не тронул, он бы полетел более ровнее, соответственно, он бы ударил по воротам. Тут даже воротами не пахнет, но был близок. Парень был близок. Пум, в сторону. И я даже не забил, охренеть. Просто у меня такие кривые удары, я просто не чувствую ни мяч, ни машину. Жесть просто. Мне надо очень много поиграть, чтобы это все начать чувствовать. Потому что я играю, вообще не знаю. Не в своей тарелке себя чувствую. Максимально. Так. Бро. Давай еще раз. У нас получилось... Не, я не... Как бы перекинул. Да, найс. Ух. Я не знаю, типа, как черики могут это законтрить. Потому что, в принципе, он чуть вперед поехал, я его дальше толкнул и сыграл очень грязно, но в то же время я забил гол. Но, наверное, если он не скипает, у меня есть большая вероятность, что он там горит. Хотя он даже лагает. Окей. Просто выключить чат у всех — это самое лучшее, что есть в Rocket League. И самое нужное. Тихо. Не-не-не-не-не, братан. Нет. О, не забил. Окей, повезло. Ну, как бы одну катку проиграли, вторую можно, в принципе, и выиграть. Я не забил опять. Нет. Он летел? Окей, нормально. Он летел. Не, мне жестко везет. Не, мне очень жестко везет. Но, кстати, подождите. У него ММР больше? ММР больше, чем у меня. Ладно, братан. ММР не показатель скилла. ММР показатель плейсмента. И выигрывает команда Nemo. Отлично, выигрывает Nemo. И это охренительно. Кстати, надо проверить, как у нас хорошо прокачался тот самый, как его, Rocket Pass. Да, нам нужно проверить Rocket Pass. Обязательно. И команда Nemo. Save replay. Да. Команда Nemo выходит победителем из этой катки. Так, Rocket Pass у нас достаточно медленно качается. Очень медленно. Ох, я не знаю, сколько тут нужно матчей сыграть, но мне кажется, что... в пати... Да, в пати, мне кажется, это быстрее. Да, там же есть XP буст, да. Мне кажется, что в пати будет это намного быстрее. Но мне особо пока что не с кем сыграть, как бы говорится, вместе там. Это, на самом деле, плохо. Да, плохо. Я хочу, кстати, поставить вот этот аватар... А, 125-го у меня стоит, окей. Мне кажется, что на 150-м левеле дастся. Ну, у того чувака, блин... Очень классный, наверное, вроде был. Я вроде не замечал просто, какой бордер был. Но, в любом случае, на этом мы закончим. Rocket Pass я особо не буду тратить. Я, наверное, буду играть. Если вдруг я буду не успевать под конец этого сезона. Он заканчивается где-то в ноябре, по-моему, 23-го, если это... Там же написано в news. Нет, не здесь это написано. Это написано в Rocket Pass. Ну, я, ладно. Я, наверное, упустил этот момент, где это было написано. Не суть. Он где-то закончится в ноябре. Если я не буду успевать, я обязательно докуплю, чтобы быть максимально сотым левелом в Rocket Pass. Окей, ребят, мы на этом завершаем. Спасибо огромное, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlagGK. Всем удачи, всем пока.